Человек редко говорит о себе правду. Дай ему маску, и он ее скажет. Он не лишен харизмы, этот Джулиан Ассанж, роль которого в фильме голливудского режиссера Билла Кондона «Пятая власть» сыграл Бенедикт Камбербэтч. Фильм рассказывает об основателе Wikileaks Джулиане Ассанже и его сподвижнике Даниэле Домштайнберге. Действие происходит с 2006 по 2010 годы. Он показывает, как была создана интернет-платформа Wikileaks, которая позволяет анонимным информаторам делать секреты достоянием гласности. Даниэля Домштайнберга в фильме сыграл немецкий актер Даниэль Брюль. На меня в то время произвело огромное впечатление то, как Wikileaks использовала возможности интернета, чтобы придать гласности информацию, которую нам действительно надо было знать. Когда в 2010 году на сайте Wikileaks были опубликованы секретные документы Госдепартамента США о войне в Афганистане и Ираке, Ассанж и Домштайнберг поссорились. Я полагал, что цель и смысл этой интернет-платформы — публикация секретных документов в полном объеме. Я думал, что речь идет о защите источников информации. У Ассанжа репутация человека, не терпящего возражений и не сомневающегося в своей правоте. Сейчас он находится в Лондоне, в посольстве Эквадора, которое предоставило ему политическое убежище. Только таким образом ему удается избежать ареста. В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Фильм о первых годах интернет-платформы Wikileaks и то, как он там представлен, Ассанж раскритиковал. А зря. Фильм «Пятая власть» не поляризирует. Он основывается на фактах, хотя и не уходит в психологические глубины. Главные вопросы, которые ставятся в фильме – какую секретную информацию и насколько открыто можно представлять на суд общественности? Если ты хочешь узнать правду, ищи ее сам. Этого они как раз и боятся.